Всем привет! Заправила кровать. У меня сейчас клиент будет. Клиентка, точнее, Макс лег туда, перелег к себе в комнату. Чуть-чуть пропылесосила, открыла здесь окошко, форточку проветривать, сама вымыла голову. Сейчас быстро пойду высушу, потому что у меня уже через час запись. Все подготовила рабочее место и хотела сказать всем еще раз огромное спасибо на комментарии. Я тоже прихожу в себя, у меня еще немножко есть синяки под глазами, но я мажу тут мазью такой специальной. Сейчас, одну секунду. Чего, Макс? Сметана есть? Есть? Да, целая пачка закрытая. Вот, и... Хотела еще кое-что сказать, что, знаете, есть такой накопительный эффект. Человек не может там не эмоционировать на какие-то там те же комментарии, да? Я именно по поводу своих комментариев, которые мне пишут. Есть такие комментарии, которые, знаете, зашли, раз, бац, ляпнули, написали, я не обращаю внимания, я никак не реагирую. Но бывает накопительный эффект у человека. Я обычный, простой человек, который тоже может эмоционировать. Мне также неприятно, да, я могу и плакать, я не железная, да. И... Когда пишут гадости, не удивляйтесь, что я могу и ответить, понимаете? Написали мне про этот сухпайок одна там, да, но я смотрю сейчас, то ли она удалила этот комментарий вместе с моим ответом, то ли он меня потом как-то затерялся на проверке, вот. Написала гадость, чтобы мы там подавились этим пайком, а не от смеха. Но я, конечно, уже не выдержала, я написала, что сама подавись от своей злости. Может быть, я и не права, но сработал эффект накопления, да, что я чаще всего я не реагирую, просто чаще всего. Но в связи с последними там моими событиями, что у меня происходит, я просто уже не выдержала, я ей написала. Вот. И это не говорит о том, что я какая-то там злая или еще что-то. Что в этом духе нет, это просто, а что вы хотели, когда вы пишете такие комментарии, что вы хотите, что я скажу, спасибо, да, я обязательно подавлюсь от того, что нам выдали. Люди, будьте добрее, я всегда вас призываю к этому и сама стараюсь как можно больше быть добрее. Ну, правда, ребят, ну вот, ну всякое бывает в жизни, ну нельзя быть так, ну нельзя быть такими, блин, не очень грустно от того, что есть такие люди, да, живут. Вот. Пью кофе и пойду сейчас, что-то мне шелушится здесь, пойду сейчас высушу волосы, хочу, может быть, подвести бровки, а может, пока и не надо, не знаю. Ой, пока немножко проветрится. С утра встаю, включаю елочку, включаю это гирлянда всю ночь горит у нас здесь. В общем, такая красота. Макс там смотрит мультик. За окном у нас пасмурно, туман. Все-таки красивая елка в этом году. Я не знаю, ничего удивительного. Ничего нового на ней нет, ни одной новой игрушки, но она какая-то другая, правда. Она какая-то другая. Я не знаю почему. Так уютно с ней. Все-таки хорошо, что Макс меня заставил достать елку и поставить ее. Вообще, мне вот этот уголок так нравится. Он какой-то живой, такой прям. Хоть что-то в жизни должно быть приятное. Пусть даже такая мелочь, как елочка. Новогодняя. А с туман вообще. Вот. Можно показать тебя, помахать ручкой? Вот так вот, издалека. Сережа заходил, принес. А он захотел, Макс, чтобы я открыла ему яблочный сок, который вчера
выдали. И вот эти печеньки уж больно понравились ему, насыпала. А Сережа приходил, видимо, Валя там кудесничает, эти вареники делает. Маша ему написала, что хочешь с картошкой. Вот горячие-горячие с пылу жару. Но он только вот недавно позавтракал, я не знаю. Пока сказал не хочу, но ну ничего, если что, я их просто подогрею там с маслица, может, на сковородочке, не знаю как. Целая пачка сметаны есть. Как раз закрытый, я только сегодня сказала, ну, Макс, нам надо сметану с чем-то есть. Думаю, может, блины сделать, может, что. Целая пачка, она до 13-12. То есть она уже тут осталась совсем ни о чем. Сегодня 10-е. 3 дня. У меня еще суп. Я варила харчо. Макс не стала. Я прям с удовольствием ем. Он такой остренький. Прям чуть-чуть плова осталось. Ну, Макс вареники поест. Вот. В общем, такое сегодня ему делала с Филадельфии. Кашу пшенную. Бутерброд ему делала с Филадельфии с маслом. Вот. В общем, такой холодильник. Вот молоко еще чуть-чуть. Ой, еще йогурт. Надо допить его. Что-то я все забываю. В общем, вот так вот. Поесть есть. Что, ребят? Это я так просто. Яблоки сегодня хочу помыть ему. Это яблочко, чтобы он попробовал. Он сейчас пьет сок. Говорит, мама, это вкус с детства, с садика. Ну, правильно, такие пачки раньше давали. Обычные вот. Ну, не знаю, это сок, не сок. Ну, пусть пьет. Хочется, хочется ребенку, пусть пьет. Вот. Спасибо большое за вареники. Я вчера смотрела рецепт, хотела хлеб испечь. Но у меня сегодня клиент и, ну, надолго затянется. А такой процесс... там долгий. Там надо, чтобы тесто постояло, потом... Потом еще постояло, когда уже выкладываешь на противень, просто в духовке печешь. А потом еще надо постояло, когда еще приготовится он. Ну, в общем, это, знаете, этим хлебом заниматься целый день. Но я хочу это сделать, испечь, попробовать. Прям вот такой батон, настоящий батон, только домашнего изготовления. Я на Ютубе себе оставила эту ссылочку. Все-таки я сделаю. Завтра я тоже не могу, я работаю. Послезавтра я тоже работаю. По-моему, у меня вот со следующей недели, там вторник, среда будут выходные. Ну, пока что выходные. И я, наверное, сделаю. Приготовлю все-таки этот хлебушек. Испеку, попробую. Вот. Ребятки, ну что, я открыла вот эту вот тушенку свиная, которая баночка нам была дана в школе. Решила попробовать. Сейчас она растопится. И чуть-чуть я покидала вот этих вот рожек. Я их буквально варю 2-3 минуты, чтобы они такие были альденте. Потому что они быстро, они не из твердых сортов, я так думаю. Самые такие. Макс их очень любит. Вот. И я ему вот хочу сделать такой обедик. Попробуем, что это за тушенка. Ну, вы знаете, на вид прям приличные кусочки мяска. Вот эта желейка, вот это вот, да, бульончик. На вид прям даже очень ничего. Ну, надеюсь, что и на вкус. Сейчас она чуть-чуть растопится, жирочек. Ну, прям мяски такие, мяско такое вот добротное, видите, распадается. Посмотрим. Что-то сейчас умывалась, вся расцвела. В общем, попробовала Макс макарошки с тушенкой. Сказал, что вкусно очень, ему понравилось. Вот. Так что, в принципе, неплохая. Если уж Максу понравилось. Несу ему водичку, он попросил. Поэтому хотела просто сказать, поделиться. По поводу тушенки. Макс, тебе понравилось, да? Я тебя не снимаю, я себя снимаю. Вот, понравилось, да? Да, вкусно. Вот, так что там елочка. Всем спасибо макароны за просмотр. Макароны те же. Твои любимые. Ухожу вот так, чтобы Макса не показывать. Спасибо всем большое за просмотр данного видео.
А дальше будет по порядку. В общем, помните, как-то я ездила в администрацию города Белгорода. И так многих заинтриговала, что. В общем, да, все у меня получилось. И я буду делать грандиозную закупку. Большую закупку. Я сегодня была прилично удивлена. Буду покупать технику. Я вам потом все обязательно покажу и расскажу. Может быть, завтра я съезжу в магазин, завтра у меня выходной. В общем, я не знаю. Мне еще сил нужно и энергии откуда-то взять. Ладно, об этом потом. Все, ребятки, всем пока. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч.